Арктика – огромная зона Земли, в центре которой находится Северный полюс. Вокруг простирается Северный ледовитый океан, закованный льдами. Не только небольшое число островов представляет из себя сушу. Шпицберген, земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, острова Анжу, остров Врангеля. Они условно отделяют от Северного ледовитого океана моря, омывающие северные берега России. Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море и Чукотское море. Над Арктикой в небе, в космическом пространстве, сияет созвездие Большой Медведицы. Кстати, корень «Арктус» означает «медведь». Отсюда и происходит название южной оконечности Земли – Антарктида. Приставка «ант» означает «против». Зима и лето здесь обозначаются так. Полярная ночь и полярный день, длящиеся по полгода. Летом солнце кружит над горизонтом, а зимой оно не появляется совсем-совсем. Температура зимой доходит до минус 60 градусов. Летом температура воздуха не превышает плюс 4 градусов. Кроме того, постоянно дуют сильные ветра до 70 метров в секунду. Такие жуткие условия не позволяют скудной флоре Арктики расти. На короткое время летом появляется растительность, деревца остаются низкими, от ветра прижавшиеся к земле. Почва не успевает прогреваться, оставаясь замерзшей на несколько метров вглубь. Из животных самыми распространенными являются тюлени, моржи, песцы, лемминги, северные олени и главный хищник – белый медведь. Самой большой армией животных являются птицы. Сюда прилетают на гнездование чайки, гагары и полярные совы. В Арктике существует самое загадочное явление – полярное сияние. Полярное сияние – это свечение верхних слоев атмосферы под воздействием магнитного поля Земли и солнечного ветра. Здесь сосредоточены богатые месторождения никеля, меди, золота, алмаза, урана и вольфрама, а также природного газа и нефти. Кроме того, для России Арктика является важной стратегической зоной. И напоследок в космической игре я покажу, что видит астронавты, когда пролетают над Арктикой.